Привет, мои котики! Сегодня я вам покажу, как снять видео, где вы нашли выход в Икее, SCP Икея, какие-то цифры, короче, 3008. Угу. Мы должны зайти в Roblox. Но у меня что-то не грузится. Или интернет надо поменять. Короче, сейчас интернет поменяю. Все, поменял интернет, что-то опять не грузится. Короче, встретимся, когда загрузится. Пусть там... Сколько-то времени у меня это загрузилось. Секунду. Ладно, загрузился. Теперь надо найти SPK-ю. Мы ее ищем очень легко. Пишем в поисковике на английском IKEA. Если честно, мне сложно писать IKEA. Вот, IKEA. Вот, и у нас тут есть вот такая вот игра. Написали, ну, пофиг. Вот, 3008, ну, какой-то новый сервер. Версия какая-то. Нам нужно сейчас именно уже лучше снимать ночью. Опачки. Теперь надо... Опачки, как мне повезло, сразу домик нашла. Представляете, вот так вот сидят людям, которые играют в Икею. Сейчас заспавнился, тебе сразу домик. Ребят, вот и наступило утро. Короче говоря, нам нужно найти телевизор, телек. Лучше побольше. Вот, вот такой телек надо найти. Взять его. Включить, взять. Это что? Просто включить, его взять его. Его нужно вот так вот перевернуть и найти край Икеи. Это важно, найти край, любой край Икеи, правый, левый, пофиг. Я уже вижу край Икеи. Ну, мы быстро с вами нашли. Хотя это не край Икеи. Короче, бежим искать край Икеи. Любой край, неважно, правый, левый, там, задний, периодный, на задний. Любой просто край кинем. Я, походу, уже нашла край. Мой новый домик какой-то. Мы долго это будем точно искать. Давайте встретимся, когда найду край. Ребят, я уже нашла край Икеи. Я почти в 30 минут искала, ну ладно. Короче, ставим вот так вот. Меня прижимают. Угу. И... Ставим. Поставили утром, это не будет видно. Лучше снимать ночью, чтобы было поэффектнее. Представим, что я снимаю какое-то другое видео, кроме этого. Сегодня я решила найти выход в Икее. Ой, какая-то комнатка, понятно. Ой, это все. И просто вот так заходим.
Потом вы там помонтируете, вырежете что-то. Потом выходим. Сейчас. И еще пишем вот так же, как я в Икее, а потом ищем вот это приложение. Вот это вот. Welcome to IKEA. Ну, останавливается там, когда двери сделали запись, а потом... А вот у вас. Заходите в эту вот игру, это прям точь-в-точь. И типа заходите вот сюда, потом выходите такие... Чего? Чего? Вот это реально очень эффектно получается. Короче, ну вот так получается. Еще тут почти как на Nike. Ну, короче, я вам все показала. Всем пока.